Не только смену обстановки, а в первую очередь смену настроения и, конечно же, новые эмоции. Заряд на предстоящий учебный год гарантирует школьникам из Республики Каракалпакстан детский оздоровительный лагерь Бишбулук Сурхон Шаработ. Наряду с веселым досугом дети могут раскрыть свои таланты, изучать иностранные языки, попробовать себя в качестве актера и артиста эстрады. Тему продолжит наш следующий репортаж. Лето – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений. Это время для саморазвития, организации полезного досуга подрастающего поколения. Совмещать полезное с приятным – на это нацелены летние лагеря нашей страны. Один из таких адресов расположен в самом сердце Кугитангских гор Сурхандаринской области, где сегодня с пользой проводят летние каникулы дети из Тахиаташского района Республики Каракалпакстан. Узбеки и каракалпаки. Отношения между двумя народами чисты и искренни, как сердца этих детей. Самое ценное для ребенка – это любовь его родителей, близких и друзей. В свою очередь, нет большего счастья для родителей, чем радость детей. Сотрудники этого лагеря прилагают все усилия, чтобы дети из Каракалпакстана получили заряд эмоций и массу хороших впечатлений от проведенного летнего отдыха. В данном детском оздоровительном лагере открыты различные спортивные секции, чтобы содержательно организовать досуг детей Каракалпакстана и Сурхандаринской области, весело проводящих время в лоне прекрасной природы. Также здесь они могут развивать свои таланты и способности в художественных, танцевальных, литературных кружках, изучать иностранные языки. С точки зрения локации и местного климата данный лагерь очень подходит для детей, учитывая наблюдающуюся в стране аномальную жару. В этом лагере отдыхает моя племянница. Я приехала посмотреть, где и в каких условиях она проводит летние каникулы. Все понравилось. Есть все условия для полноценного отдыха детей. Думаю, это лето ей запомнится надолго. Я была очень рада видеть свою тетю. Рассказала ей об условиях, созданных для нас здесь, о своих новых друзьях. Я очень рада, что приехала сюда. Пейзаж вокруг очень красивый, воздух чистый. У меня здесь появилось много друзей. Приятно, что мы можем здесь раскрывать свои таланты и изучать языки. Театрализованные постановки и концертные программы, воспевающие дружбу, согласие и взаимную солидарность, представлены на мероприятиях, организованных областным отделением благотворительного общественного фонда Махаля и районным отделом культуры. Кроме того, для отдыхающих детей организовываются различные конкурсы.